Здравствуйте, в эфире информационная программа «Вести в субботу». Сегодня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» республиканской столицы появится новая памятная аллея. Она посвящена переходу на цифровое вещание и проводится в рамках всероссийской акции «Телеаллея», в рамках которой будут высажены 20 деревьев по количеству телеканалов в двух мультиплексах цифрового телевидения. Всем деревьям присваивается название одного из каналов, и каждый высаженный саженец отмечен табличкой соответствующей информации. Напомню, для трансляции качественного цифрового сигнала в Карачаево-Черкесии построено 45 цифровых станций. Обеспечен охват телесигналом более чем 99% территории, а в 6 населенных пунктах, оказавшихся вне зоны вещания, сотовая компания МТС обеспечит доступ к основным каналам через спутниковое телевидение. Практически во всех районах республики главы отчитались перед населением за проделанную работу. В минувшем году какие приоритеты в деятельности муниципалитетов сегодня актуальны и востребованы? Об этом в беседе с гостем программы, главой Прикубанского района Мухаммад Амином Чомаевым. Добрый день, Мухаммад Амин Ибрагимович. Вы относительно недавно возглавили Прикубанский район. Расскажите, пожалуйста, с какими напутствиями главы республики Рашида Тимрезова приступили к обязанностям и какими яркими впечатлениями запомнились первые шаги на посту? Добрый день. Самое главное напутствие Рашида Борисовича с первого дня, чтобы я не стал кабинетным работником. То есть больше к людям, больше встреч, тогда и больше и понимания будет основных задач именно, чтобы с первых дней, чтобы мы понимали, что все работники вот этого здания администрации, они в первую очередь для людей, для населения этого района. Вот. Но не всегда, конечно, получается. Все равно и проблемные вопросы, и текущие вопросы, оно засасывает, и как только уже на работу оттуда тяжело выбраться. Поэтому где-то меняем план работы на неделю, на день, на месяц. Стараемся больше общаться с населением. Буквально вчера вот прием граждан был, мы приняли 42 человека. Но итог приема тоже так... Для себя мы анализ делаем, скажем, сразу на местах при встрече 50% вопросов разрешается. Ну и в тему следующий вопрос. Лозунг сегодняшнего дня – улучшение качества жизни населения. Как вы для себя, как для главы района, понимаете практические шаги вот по реализации задач, стоящих перед органами исполнительной власти при Кубанке? Самые главные практические шаги, скажем, в общем, это нацпроекты. Район участвует в нацпроектах. В большей степени, скажем, в части культуры, образования, дороги, благоустройства. Ну, это уже все мы знаем, в этих вопросах и участвовали раньше, и механизм это очень хорошо работал при Хусейне Магомедовиче. Стараемся не сбавить этой темпы. Ну, в области образования, вот сейчас, к примеру, в трех проектах участвует, в одних проектах 15 школ. В цифровых проектах две школы и одна школа еще в одном проекте участвует. То есть, где возможно участвовать, во всех проектах участвует. Счастливым намечено строительство Дома культуры, там же и парка. Вот. Ну, также, я как сказал, благоустройство, дороги. Опять-таки, это так общие вопросы, которые вот администрация обязана решать и докладывать при этом. В большей степени, опять-таки, встреча с людьми, встреча с населением. Что волнует население? Успели несколько побывать за это время в нескольких поселениях крупных, сход граждан. А вот обычные простые вопросы задают. Вот
Почему вопрос это тротуаров? Можно решать вопрос тротуаров, чтобы люди, дети безопасно в школу ходили? Какие-то условные, искусственные неровности. Вот побывали на сходе граждан, общались где-то больше 2 часов в дружбе в Чапаевском. Тут же на месте протокольно мы обозначали время, срок, чтобы к следующему нашей встрече, или даже не к следующей встрече, а глава администрации поселения, чтобы он уже доложил районную администрацию, что все эти вопросы сняты. А это действительно снимаемые вопросы небольшими затратами. Вот Рашид Борисович пишет, говорит, не надо что-то придумывать. Есть те вопросы, которые вот людей интересуют. Если к школе пожарка не может подъехать, а зачем мы тогда нужны в районных властях, если этот вопрос мы не можем порешать? Порешали этот вопрос, порешали неровности. Стоит вопрос, вот как чуть-чуть потеплеет, тротуары. Где-то светильник повесит. Ночью бабушки жалуются. Или газовая труба буквально подвинут его на полметра, мешает установить тротуар, подвинут бордюрные камни установить. Или где-то благоустройство делали, а жители показывают, фотографируют, посмотрите, вот в каком состоянии сейчас детская площадка. Подрядчиков обратно, поменяйте вот эти стойки, поменяйте эти качели. Ну, примерно такая работа. Ну и коротко о планах на будущее. Вот какова сама парадигма тактики, стратегии дальнейшего развития Прикубанского района? Ну, тактика одна, опять-таки, наверное, возвращаясь к этому вопросу, это именно в большей степени работа с населением. На приеме граждан один из самых основных вопросов, ну, это земля, паи, это мы знаем, это не... Это один из тех злободневных вопросов, которые нужно каждый день, как говорится, с колес решать. Каждый день, встречаясь с людьми, решать и ни в коем случае не откладывать это на будущее. Ну и плюс трудоустройство. Население сами же предлагают, вот почему, да, дальние районы, дальние поселения, да, они занимаются, чем могут заниматься там? Животноводством, на своих полях, на своих паях, которые им выделили. Почему нельзя кустовые вот эти кооперации заново создать, чтобы они свои излишки, пусть это небольшие деньги, они будут сдавать и тут же на месте, чтобы с ними рассчитывали. А те предприниматели сейчас, достаточно много молодых предприимчивых предпринимателей, они могут по кустам, не обязательно каждое поселение, а создать вот эти кооперации. Ну, приемные пункты, можно по-разному их назвать. Основная задача, стараясь вот этот темп, который заданный именно сейчас по нас проектам, что сейчас до этого сказал, но... ставить это вот на плоскость, переводить на плоскость для нужд людей. Именно вот слышать людей, о чем они говорят, и говорят достаточно простые вещи, как я вот до этого говорил. Мухаммад Амин Ибрагимович, хочу пожелать вам успеха в вашей работе. Спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Завтра страна отмечает День здоровья. Ежегодный праздник провели и в Черкесске. Перед зданием медицинского колледжа собрались многочисленные учащиеся, почетные гости и жители Черкесска. На спортивном мероприятии побывала Шерифат Лепшокова. Праздник спорта и здоровья начался с выступления гостей и студентов из КГТА. Ребята не только продемонстрировали танец, но и показали элементы своей культуры, в котором здоровому образу жизни уделяется немало внимания. В основе здорового образа жизни – правильное питание, сон, соблюдение нормального веса. Также нужно вовремя обращаться в поликлинику и при необходимости принимать лекарства. Нынешний День здоровья был посвящен правильному питанию, которое должно включать в себя нужные элементы, что наглядно представили юные участники мероприятия. Полезная еда – залог здоровья. Об этом знает каждый – стар и млад.
В еде здоровой море витаминов. О необходимости следить за здоровьем на празднике говорили представители власти. Поблагодарив организаторов, они выразили уверенность, что подобные мероприятия будут способствовать развитию здорового образа жизни в республике. Здоровье – это не только спорт, это и правильное питание, отказ от всех вредных привычек. Так что занимайтесь спортом, будьте здоровы, хорошее всем настроение. День, который празднуется с 50-го года прошлого века. И сегодня очень важно, чтобы люди знали, что не только здоровьем занимаются медики, профессиональные, которые обязаны это делать, здоровьем заниматься должен каждый сам. Праздник продолжился показательными выступлениями юных дзюдоистов. Ну а зажигательный кавказский танец точно никого не оставил равнодушным. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия. Впервые в Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный турнир по боксу среди юношей памяти заслуженного труженика сельского хозяйства Кемала Ханапиевича Узденова. Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба». Подробнее Алла Катчиева. 100 боксеров-юниоров 2001-2002 годов рождения. Представители 8 регионов страны съехались в Карачаево-Черкесию, чтобы в 10 весовых категориях оспаривать звание лучшего на турнире памяти Кемала Ханапиевича Узденова. Заслуженный труженик сельского хозяйства ушел из жизни 9 лет назад. Для сына Марата Кемал Узденов был примером для подражания. Был очень трудолюбивым и добрым. Считал, что в здоровом теле здоровый дух. Сам занимался боксом в молодости и приобщал к занятию спортом своих детей. И сегодня Марат Узденов радует успехами на спортивной арене. У меня эта идея зародилась еще в 2014 году, когда я жил в Казахстане, провести посвященный отцу турнир. Это была моя мечта. Вот сегодня она осуществилась, она как бы сегодня уже идет. Мне очень понравилась и организация, и боксеры сами, и участники. Все очень красиво на высоком уровне. Соревнования проходили в течение 4 дней. Финальные бои оказались очень зрелищными. Молодые боксеры разных весовых категорий выходили на ринг и наносили точные удары. А рефери строго следили за быстротой реакции и техникой в поединках. Среди болельщиков – представители власти, любители бокса и звездные зрители. Друзья Марата Узденова, артисты эстрады Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. И известные на весь мир спортсмены – Мурат Храчев, Альберт Туменов, Рашид Магомедов, рекордсмен Александр Пересвет и другие. Огромное спасибо Марату Узденову, моему хорошему другу. Кстати, как я шучу, человек, которого надо занести в Книгу рекордов России, еще и за лучшее гостеприимство. Самый гостеприимный хозяин. А то, что он продвигает и развивает спорт в республике, и то, что он немало положил сил и личных финансов на то, чтобы вот это все состоялось. Главный судья турнира Арсен Чекунов с удовлетворением отмечает, что сегодня среди молодых боксеров много перспективных. По уровню подготовки, ну, здесь боксируют очень много именитых спортсменов. Очень много боксеров, которые были в составе сборной России. Есть даже мальчик из Кабардино-Балкарии, он призер Всемирной гимназиады школьников. Вот. Ну, очень много боксеров, которые являются кандидатами в мастера спорта. Если судить по сборной Карачаева-Черкесии, у нас именитые боксеры – это Аскер Тамбиев, весовой категории 56 кг боксирует, Ислам Дамалаев, ну, еще ряд боксеров, которые могут успешно выступать не только на российских соревнованиях, но и на соревнованиях международного масштаба. И боксеры нашей республики оправдали надежды своих тренеров. Большинство из них на ринге доказали свое превосходство над соперниками, продемонстрировав мастерство и хорошую подготовку. Я был уверен, что я смогу выиграть, но все, победа досталась по очень сложным путем. А кто был твоим соперником в финале? С этим соперником я уже встречался на первенстве республики и выиграл его в финальном бою. Всем призерам турнира вручили грамоты, кубки и подарки. А занявших первые места еще ждали и боксерские перчатки, подписанные известным спортсменом Костей Дзю. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.
На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Хорошего вам настроения, приятных выходных и всего доброго. Как я узнала о его чувствах? Взгляд, его прикосновение и это колечко. 585 золотой. Любовь можно выразить не только словами. Общество с ограниченной ответственностью «Еврохим» Волгоградской области приглашает на работу взрывника 5-го разряда, слесаря Кипиа 4-5 разрядов. Предоставляется жилье, оплата переезда, социальный пакет. 8-902-657-40-67. Салон-галерея мебели. Более 1000 квадратных метров шикарной мебели. Наша мебель практичная, качественная, с оригинальным дизайном. Создайте в интерьере атмосферу роскоши. Сформируйте собственный стиль дома и живите с комфортом. Галерея мебели. Черкесск. Октябрьская, 301А. Во дворе стройоптторга. На втором этаже. Галерея мебели. Превращай мечты в реальность. Предоставляется рассрочка от банка Home Credit от 10 месяцев до 2 лет. Генеральная лицензия Центробанка номер 316 от 15 марта 2012 года. Как я узнала о его чувствах? Взгляд, его прикосновение и это колечко. 585 золотой. Любовь можно выразить не только словами. Как мы делаем соки и нектары «Сочная долина»? Собираем спелые кубанские яблоки, тщательно моем, отжимаем, бережно сохраняем. Готово! «Сочная долина». Кубанские соки и нектары. Соляная пещера «Галамед» приглашает взрослых и детей поправить свое здоровье при помощи галатерапии. Приятная релаксирующая обстановка, игровая зона для детей. Мы являемся представителем Санкт-Петербургского института профилактической медицины. Черкесск, улица Красноармейская, 57. Телефон 8-928-383-1217. С 9 марта в Кисловодском цирке «Дикая планета». Телефон 2-96-58, категория 0+. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Рамазан. Это моя семья. Как вы узнали о нашей передаче? Сидела, смотрела передачу «Добрый мастер». Я решилась вообще позвонить. Ответили, мы придем, посмотрим. Вот приехали. Хорошо. Вот сказка какая-то. Тут, тут у нас будет кухня. Ага. А тут у нас будет спальня. Я хочу принять участие в ремонте, потому что это наш первый дом. Хочется, чтобы тепло моих рук в этом доме всегда присутствовало. Знаете, дорогие друзья, я не буду открывать вам всех тайн, ведь с этим нам помогут партнеры программы «Добрый мастер». За дело! Федеральная налоговая служба проводит дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций 4, 5, 25 и 26 апреля с 9 до 20.00. Акция проводится в инспекциях Федеральной налоговой службы России на всей территории Российской Федерации. 15 апреля Карачаево-Черкесия перейдет на цифровое телевещание. Аналоговый телевизионный сигнал будет отключен. Всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 201 28 89. Звонки с любого номера бесплатные.